Всем привет! 335-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 10 июня. Если вы рады тому, что истинное лицо Хасана наконец-то раскрылось, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Как бы Хасан ни пытался скрыть правду, она все-таки вылезла наружу, и Баран узнал, кто настоящий предатель. Он в гневе хотел наброситься на своего дядю, но Дилан и Азаде не дали ему этого сделать. Баран потребовал найти его, и он даже попросил Ферата помочь. Но Азаде прикрыла своего сына Хасана, и он сбежал, потому что побоялся расправы. Баран настолько был зол, что дал себе слово, что поймает лично Хасана и накажет его. Дилан, видя, что муж ее практически на грани, постаралась его успокоить и поддержать, сказав, что она уверена, что он поступит правильно. Баран послушал свою жену, и ему стало спокойно на душе, потому что она его сила. Хотя Хасан пытался скрыться от наказания, его все равно поймали. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.